Внимание, в этом видео присутствует ненормативная лексика, так что просьба детям и культурным, правильным, а также диванным мастерам проходить мимо. Какой кошмар. Приветствую, сегодня у нас среда, едем опять до дяди Славы. Сегодня будем зашивать полностью металлолистку. Сейчас Василий подъедет, и мы поедем. Вчера мы погрунтовали все. Ну что, поехали. Будем пробовать зашивать. Раз мигает, значит хорошо. Уже плюс, а? Значит все прекрасно. Если ты, конечно, не Хабибулин. Да, сербанул. Я вот так. Да, Васька, я такой Хабибулин. Я боюсь, что, блядь, если я вот этот поставлю, блядь, и помну его нахуй. Я просто и так буду ходить. Аккуратно. Если я буду на вот эту площадку, ну как, а прокручивать, не? Не надо. Вот так я стану, раз. И вот так вот буду прокручивать. Потому что я, если положу на эту, я охуею, я помну нахуй. Хаби. На какую на ту сторону? Ну туда, я буду с той стороны после сейчас подмечать, поселком. А ты с этой стороны тебя видно. Ну с этой стороны, то мне видно, понятно. Ну я с той стороны не ворота. Станешь и щелкнем, да? Ну давай тогда отбилку. Хабибулин. Чего? Ты уверен? Да ты ж как обезьяна лазишь поверху. Вот какой тебе поближе. Мне плевать, я туда. Ну давай с этой начнем. Вот эту надо все равно. Хабибулин. Давай, Васька. Ты мне шлепать? Мы. Давай вот эту, Васька. Васька! Смотри, там орешки видно. Да. Соответственно. Натянешь нормально, соответственно. Ну, подержи подарок. Подарок. Соответственно. Соответственно, Вася, ничего не соответствует нас. Надо каждую, потому что профиль кривой, да, вот. Идет вот так змейкой, да? Соответственно. Вот так, раз. Держишь? Да. Поехали дальше. Это тебе переселяться надо? Нет, вот так вот. Два. Оп! И вот так вот. Вон там еще два. Переселяйся, короче. Хабибулин. Дядя Слава звонил. Ты в курсе? Может, он выпивший? Вот так вот, Васька. Раз. И вот так вот последний. Это тут саморезы по саморезам. Я думаю, у вас тут ровненько все сделано. Это ж не я, бля. Так, Вася, как? Через одну или через две хуя? Блять, тут, сука, заебет эта переноска. Падает, блять. Может, ее привинтишь там, Вася? Да подожди, блять, дай я лезу.
мами, 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 мой. А что она не крутит? Ну, подожди. А ну сейчас. Хабибулин. О! Конечно, Вася мамонта можно родить. А это плохо, как ты считаешь? Это нормальное явление? А у меня есть, я ж набрал. Ну что я задолбал? Я ж во благо. Сюда ближе на всякий случай. Ну его на. А что, дала? А? А что? О! Заебись, хоть прижала. Широкой делайте, широкой или широкой? Она поэтому. Я понял. А следующая сказал заведующий. Угу. Сейчас, подожди, Вася. Вася, ты взрослеть не торопись. Переноску мне сюда еще. Взрослеть не торопись, потому что это... Хуёво темно тут сидит. Я одну пойму, походу. Что? Как раз. Да, вот у края был. 80. Нам... Что пойду? А нам как надо. А нам... А нам же вот это нахлест. А туда, это на улице. То на улице, да? Где ты палец, да. Ну что, нормально? Нормально. Вот по ребру, вот так по уголку, да? Видно. Что, клёнку сейчас снимаем, наверное, сначала брать? Я обрежу, пожалуйста. Ну хорошо, что тебе переноску надо залезть? Ну да, сейчас, ну это в короткую. Слушай, Василий, а вот так короткую в гараже, ну, можно, да, включить. И вон там она, да. Сейчас я тебе ее дам. А болгарка где? У топорок там. Так, ну на. Василий, тебе. Вот это ты будешь или вот той? Да не маленькая. Такой переноску. Так и круг сразу, да, тебе? Того же есть. Вот. Так сразу будет. Так, Василий, где тут дать? Ну, блин. Ага. Ты же позабывал, это ж я тут подсоединял эту херню. А ну, сейчас контакт будет. Что, Василий, мне держать его? Так я два сразу ебанул.
Держать ее. Видно что-то или нет? Что, Маркизыч? Маркиз. Котик, бля. Маркиз. Так, а ну-ка. Опа. Тут будем снимать, Лёва? Понятно. Плёнков. Вот это еще плёнков это не снимать. Блядь, тут бывают такие места, что оно вообще хреново. О, подцепиться даже не надо. Сука. Когда на солнце долго оно лежит, да, ну что пока, давай. Вот это что-то вообще хреново, да? Говорю, это хреново снимать. Или нормально? Подожди, Вар. Ну, я так и снимаю. Вар, думаю. Так, я этот забираю у вас. Снимай тут. Дядя Вася. Через погреб будем подавать. Ох, как кот, блядь, скребусь. Это трапик кладут туда, да? Трапик надо убирать вас. Убирать? Угу. Ну что-то мне так что-то кажет. Туда тогда на погреб, да? Давай, Вася, его сейчас уберем. Потому что ну, он уже тут ну, совсем ни к чему. Конечно, пригодился. А еще как пригодился. По нем можно слазить вас, пока его не прячь, да? Вот так вот, да? Можешь ходить по этой? Ой, блядь. Курва. Твою мать. Да надо ж оттуда крутить, только провода не знаю, что с ними делать. Так где ж не мешают? Ну... Смотри, вас. Нет, тут-то по-любому рассупонить, я тебе не за это хотел сказать. Вот, вот этот меня кумарит, звонок, я говорил его сразу снял. Вот этот, он же снизу идет, как мы его... Он же снизу идет, как мы его... Вот так вот идет, снизу и наверх. Так, а ты по стенке пустим, там рассупонить, по стенке пустить. Так, лист не,
не будет, не даст. Не, она там, да, все. А. Понял. Эти-то ладно, эти сверху лежат все. Для них все, вот еще вот эта чепуха. Вот это, и вот это, звонок и то, понял, вот. Вот эти вот два кумарить будут нас, как мы? Вот так разрешу их? Ну да. Вот, вот так? Вот так, да. А это куда, блядь, да? Нормально так. Вот этот, блядь, тут же еще вот а один. А тут хоть подъезда так идет. Вот так? Ну конечно. Блядь, пиздец. Ну, блядь, я что-то... Извините, что я так с вами разговариваю. Тут же надо еще выгинать, дядя. Ну тут... Надо выстраивать, зафиксировать. Да, я понял. Я понял, понял, да, вот. Сейчас мы так и сделаем, дядя. Дядя. А ты что, сюда решил заходить? Да нет, я вот сюда. Ну, а как? Это ж перед. Перед, да? А ты сюда подашь? Дядя. Перед. Или дядя. Говорил же, что надо прикручивать к ногам. Дядя. А ты... Туда не достанешь. А если ты поставишь по самому краю? Там? Дядя. Достану. Ой, блядь, Васька. Я уже здесь. Ого, блядь, Вася, не порезать. Вот обозом пьет, на. Неправильно, ёбаные волки. Широкую на широкую. Били, да? Давай вот тут, блядь. А там видно? Да. Нормально вообще, что случилось? Что, это вытирать надо. Бля. Если крутанем там, понимаешь? Ну так, сильно выпираю. Я чуть-чуть раздолбал. Говорю, мы не крутанем лист потом на том саморезе. Ты думаешь? Я уверен. Ты просто тут все-таки говоришь. Сейчас, подожди. Вот это край профиля. Вот. Нет, туда хуя. Ну, вот так вот где-то. Не, на меня нет. А, там же второй профиль. Да. Подожди. Тут где. Сейчас, подожди. Ну, давай. По-моему, попали, да? Куда-то пошли. Ну, куда-то, а куда не знаю, да? Оп, по-моему, пошло, да? Ну, да. Так, нет. Нам надо, конечно, что-то быть. Что, придется, наверное, ножницами так не порежешь. Блядь, ёбаный. Надо было, знаешь, как надо было подпустить, накрыть вот так, и подпустить туда, наоборот надо было. О, Вера, так подпускай, подпустил. Так надо мне туда как-то, блядь, теперь. На что-то туда ставить. Бо я же не вижу ни хрена. Нужно туда пить. Надо. Подлезать, проходить. Подробно не выйдет. Подожди, Вас. Ты же не станешь на вот эту херню, если бы я мог встать. Вот так ты имеешь в виду, барашек. Да, смотри. И, надо... Вот, слышишь, давай, блядь, это, нам надо подшить. Понимаешь? Да я понимаю, но мне же как-то тут встать, блядь, надо. Мы его так и не выгнем уже. Я тут провалюсь, надо. Мы его тут не выгнем. Надо, блядь, придется запускать туда. Так не даст вот эта хуйня, ну просто... Значит, подрезать надо, слышишь, подрезать кусок, вырезать. А другой вариант, нет. Сука. Нам же надо нахлюсть, чтобы туда нахлюстнуло, правильно? Да я понял. Ну что, второй лист даем? Да. Посмотрим, как оно там. Да. Тут уже похуй того. Волна, блядь. Тогда лучше туда сейчас перейду. Тут уже, Вася, не в волне дело. Тут уже пиздец, короче. Да? Дядя Вася. Ты хоть... Что, он слазит не опять? Не, я туда пока. Сейчас, подожди. Вася, ну ты... Надо наверх на тебя. Я понял, сейчас, подожди. Я сразу тут его и нажму. Немного, ну. Блядь, как она заебала, блядь.
переноска, блядь. Сейчас я сразу приготовлю саморез, чтобы туда его впиздюлить. Правильно? Сейчас, подожди, дай я выставлю. Вот так. Заебало. Давай, закручивайся, бля. О, блядь, ебался. Ля-ля. Забирай вас, достанешь? Можно забрать, да? Ножниц тут и не было. Ты заб... Да там вон паска губки. Еще рулетки. Рулетка нужна, надо отбивать. Вась, ты бы залез сюда наверх, ты будешь видеть, если что, отбивкой поотбивал. А? Так. Ну, что? Да туда нежелательно вставать. Можно очутиться вот и на...